Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу съемку. Сегодня с нами прекрасная Диана. Смотрите, какая она красивая. Она настолько красивая, что мне уже даже фотографировать не хочется. Мне просто хочется на нее смотреть. Короче, такая у нас сейчас съемка. Масло сейчас сядет и будет смотреть. Вот, спасибо Диане за то, что она согласилась с нам прийти на съемку. Спасибо агентству Листар за то, что нам помогло пригласить Диану на съемку. А сегодня еще со мной будет работать два ассистента. Это Жанна и Александр Букашко, которого вы все знаете. Снимательной сегодня не будет, она мне будет помогать. Что мы сегодня... Там сзади говорит, я буду снимать. А вот. Что мы сегодня будем делать? Сегодня я хочу поэкспериментировать с длинными выдержками, с разным источником цвета. И мы специально сегодня на Диану вот такую вот штуку придумали. Почему? Потому что она, я предполагаю, должна дать нам кучу каких-то искр в кадре, но это я только надеюсь, что будет. Ну, сейчас будем включать всякие фонарики, посмотрим. Поэтому пожелайте нам удачи, а мы пошли работать. А который час? А время, кстати, сегодня сейчас 9 часов. Вечера. Вечера, да. Потому что сегодня съемку я поставила с 9 до 11 вечера. Вот я надеюсь, что я не усну там. Вот. Почему так? Да потому что студия в городе, я живу в Академгородке, и чтобы сюда доехать, нужно потратить огромное количество времени на дорогу. Но если вы едете в 9 часов вечера, когда все нормальные люди уже пошли спать, можно доехать очень быстро. Поэтому я решила, что я лучше переплачу чуть за студию, но не буду стоять в пробках и тратить свое время драгоценное на эти пробки. Поэтому такое вот время. Ладно, все, мы пошли снимать, это у нас время ограничено. Господи, что вы делаете? Фигней маемся. Да. И что, скотчем приматываете? Мы начали. Мы арендовали студию для того, чтобы помаяться фигнёй. Да, это точно. Так, все кыш. Замри. А что у тебя получилось? Раз. Нет, давай еще раз. Раз. Вообще, когда я шила эту хрень, у меня училась девочка, у которой была швейная фабрика. Она мне говорила, что у меня эта штука не встанет. Воротник не встанет, говорила мама. А он встал. Он встал. Вот у нас вот эта штука, она тоже двигалась, видишь? То есть тогда что, ты будешь? Я могу. И да, на лицо не попадаем, да, вот это вот все прошли. Я бы снимала именно светило на ткани. Мне лучше всех. У меня темно. Просто темно. Чё? Классная, говорю, фотокухня будет. Все, поехали, все, камера пошла. Работа со световой кистью, дорогие друзья, это всегда поэтапный путь. Когда вы делаете одно, потом второе, потом третье, потом четвертое, потом пятое. И так постепенно у вас получается картинка. Я думаю, что мы уже практически до нее дошли.
яркий фонарь. Дорогие друзья, вышла наконец-то моя четвертая книга. Представьте, четвертая книга про свет. В ней рассказываю вам про самое основное, что есть в фотографии. Это, конечно, свет. Потому что вы не представляете, как это круто, когда вы видите свет. И эта книга, она учит вас свет видеть. Крайне рекомендую. Действительно, я в нее вложила все, что знаю. Ну, может быть, кроме студии, отдельная студия будет в другой книге. Вот. Но понимание света, видение света, есть все тут. Купить ее можно на Озоне, переходите по ссылке в описании, там она будет. Все, готово? Все, давай. Так, ну что сейчас, колбаски, платье, пожалуйста, мне. Да. О, вот так, кстати, можешь даже и потянуть руки. Давай попробуем. Дорогие друзья, времени 11, все, сейчас нас выгонят со студии. Вот, я хочу сказать, что сегодня был эксперимент, очень, вот слышите, идут уже, да, сейчас, вот. А у нас был эксперимент, мы сегодня экспериментировали с длинными выдержками, мы работали со вспышкой плюс выдержки, с разным цветом света, с фонариками, с световой кистью.
чем только мы сегодня не работали. И хотя сегодня наша прекрасная Диана притащила целую кучу всяких темных одежек, потому что я ее попросила, сегодня нашим главным героем был плащик. Этот плащик я когда-то шила сама, и он у меня что-то лежал долгое время, я его никак не могла как бы использовать, как-то он был все не... Короче, как-то он вот не приходился ко двору, и тут внезапно сегодня он ко двору пришелся, вот, поэтому мы, я хочу сказать большое спасибо и Диане, безусловно, и агентству Elitestars за помощь в поиске модели, и Жанне, которая сегодня очень сильно мне помогла и ассистировала, и Букашке, естественно, и, собственно, студии, в которой мы сегодня были. Вот, спасибо вам, что вы смотрели. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, мне это очень важно. Ставьте лайки и, конечно, буду очень рада вашим комментариям. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.